Давос – традиционное место для очередного перформанса Джорджа Сороса. Финансиста и филантропа, как утверждают его сторонники, или спекулянта и мизантропа, по мнению его противников. Впрочем, и сам 89-летний Сорос, находясь на пороге вечности, особо не стесняется в выражениях, назвав в своем выступлении, например, Дональда Трампа абсолютным нарциссом, на радость всем либералам. Главное, чтобы теперь Трамп не назвал Сороса преемником Сулеймани, что военная разведка США может понять буквально, на радость всем консерваторам. В целом, основная мысль Сороса состоит в том, что нынешний трансформационный период определяют две проблемы – авторитаризм и национализм, угрожающие выживанию открытых обществ, и изменение климата, угрожающее всей цивилизации. Сорос заявил, что после благоприятного результата для международного сотрудничества выборов прошлого года в Европарламент, цитата, «к концу года мои надежды были разрушены. Сильнейшие державы США, Китай и Россия оставались в руках потенциальных или настоящих диктаторов, а ряды авторитарных правителей продолжали расти. Борьба за предотвращение Brexit, который вреден и для Великобритании, и для ЕС, завершилась сокрушительным поражением. Национализм продвинулся, а не дал задний ход». Конец цитаты. Кроме того, достаточно неожиданно в число авторитарных правителей Соросом был записан премьер-министр Индии Нарендра Моди, блестяще выигравший парламентские выборы, но, по мнению филантропа, создавший индуистское националистическое государство, притесняющее мусульман. Также Джордж Сорос пролил слезы по гуманитарной катастрофе в Венесуэле, уничтожению дождевых лесов в Бразилии и разногласиям участников Мадридской конференции по климату. Далее Сорос сосредоточил свою критику на Трампе и Си Цзиньпине, странным образом не упомянув Путина. При этом Сорос даже утверждал, что Facebook работает на Трампа. Короче, открытое общество и климат в опасности. Но Сорос их не оставит в беде. Он объявил, что выделит 1 миллиард долларов на создание на базе университетской сети «Открытое общество» глобального университета для борьбы с авторитарными правительствами и изменениями климата. В этот момент, как утверждают очевидцы, в зале стояла такая тишина, что было слышно, как с обратной стороны окна в стекло бьется муха, прилетевшая на раздачу грантов. О том, насколько актуальна сегодня экологическая повестка с точки зрения влияния на глобальные мировые процессы, мы поговорим с политическим экспертом Русланом Бортником. Приветствую вас. Здравствуйте. Руслан, первый вопрос. Открытое общество подразумевает минимум различного регулирования. Экологическая повестка дня, наоборот, большое количество ограничений. Как это сочетается, или, как обычно, у Сороса оно никак не сочетается, но для кого-то это закон, а для кого-то это... Вы об организации «Открытое общество» или, в принципе, о концепции «Открытого общества»? Есть? Я о концепции Сороса, о которой я понимаю. Говорил, что вот надо бороться за экологию, за открытое общество. Ну, это касается, на самом деле, многих либеральных современных концептов, которые, например, выступают за права ЛГБТ, для примера, но выступают против права мусульман иметь много женщин, регистрировать мультибраки, понимаете? То есть, если все возьмешь, многие концепты неолиберальные, они предусматривают отказ от регулирования в тех сферах, где невыгодно либеральным лидерам, либеральным идеям это регулирование. И введение другого регулирования в других сферах, где им это выгодно, где это регулирование ведет к достижению их идей. Сегодня вот это все пересекается в сфере денег. Говорят же, что Сорос заявил о готовности выделить там разные большие суммы финансирования, называют сумму 40 миллиардов долларов на новые экологические проекты. Говорят, что часть либеральных элит сегодня, глобальных либеральных элит, рассматривает экологическую проблематику как новый элемент глобализации.
под экологической проблематикой можно будет сменять неугодные режимы, уже не под флагом свободы и революции, которые уже как бы чуть поистрепались в общественном сознании, а под экологической проблематикой можно будет менять режим в США, в Китае, где-то еще, понимаете, где плохо выдерживаются экологические нормы. И под флагом этой глобализации, экологической глобализации, можно будет зарабатывать сумасшедшие деньги, потому что все современные экологические в кавычках технологии, потому что электромобиль на самом деле вреда наносит раза 4 больше, нежели обыкновенный автомобиль, если утилизировать его батареи и попробовать потом, зарабатываются огромные деньги. Эти технологии очень дорого стоят. Люди, которые инвестировали в эти технологии, надеются через это всемирное политическое и экологическое движение эти деньги вернуть хорошо, с хорошими высокими прибылями. Поэтому это пересекается всегда в сфере политики, борьбы за власть, и в сфере денег, борьбы за прибыли в будущем. Вот и все. Хорошо. То есть, этих тогда людей сложно назвать инвесторами, если они вкладывают в то, что можно отбить только через политическое регулирование. Они ищут политическую ренту. Это классические олигархи, только мирового масштаба. Я не знаю даже, как их назвать сегодня. Глобалигархи, вот так, наверное, где-то вот так мы их можем назвать. Но их бизнес основан в том числе на влиянии на политике, на регулировании, на политических регулированиях. Сорос всегда так играл. То есть пока страна не потеряла свой суверенитет, Сорос ничего не сможет заработать. Как только страна начинает терять элементы суверенитета, приходят люди, которые внешне ориентированы, вот эти страны становились всегда зоной для заработка Сороса и других похожих фигур. Потому что я все же считаю, что Сорос демонизирован в Украине значительно. И под Соросом, как мы понимаем, коллективную группу людей или группу транснациональных компаний, которых объединяет один комплекс взглядов на будущее нашей цивилизации в политическом и экономическом плане. Хорошо. Вот, Руслан, переходя от общемировых проблем к отечественным, хочется напомнить о встрече в Давосе Джорджа Сороса с сотрудниками Международного фонда «Відродження» в Украине. Кстати, в начале декабря адвокат Трампа и экс-мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани заявил, что 4 посла США в Украине были ставленниками Сороса. Насколько реальным вы считаете влияние Сороса на украинскую политику в целом и, в частности, его контроль над частью украинского правительства через своих партнеров Виктора Пинчука и Айвараса Абрамавича? Проблема очень серьезная, она, к сожалению, реальна, эта проблема, но я все же считаю, что на правительство в большей мере влияют кредиторы, фонды типа Фредерик Темплтон и похожие, а потом Сорос. Сорос влияет в значительной мере действительно через Пинчука, через его структуры, через то, что они взрастили несколько циклов, несколько плеяд политических элит. И вот тут те молодые люди, которые сегодня приходят во власть, особенно в правительстве, это как раз выпускники вот этих плеяд, то есть участники этих плеяд. А кредиторы влияют непосредственно на финансовый сектор, через Минфин и Национальный банк. Сорос надеется разыграть украинскую приватизацию, украинский рынок земли. Насколько я сейчас понимаю, вот именно он является двигателем этих процессов, кредиторы даже в меньшей мере. Именно Сорос. Поэтому где-то они делят между собой влияние, но разница идеологическая между ними небольшая. В принципе, и те рассматривают Украину как зону заработка, зону формирования спекулятивных прибылей и как зону извлечения ресурсов, любых ресурсов, которые здесь, на этой территории, доступны. Ну и они успешны? Они очень успешны. И вот сейчас развернулась уже такая борьба. И ярлык Соросята стал таким негативным очень. В общем, много его применяют. Но мне кажется, вот коллеги там типа Дубинского, Бужанского и других, которые пишут Соросята, не до конца последования. Борясь с каким-то представителем правительства или с каким-то из депутатов, они должны понимать, что они борются все равно, что косить траву. То есть ты покоси траву, через неделю она будет снова, знаете, возрастет. Нету смысла, и неэффективна эта борьба, пока корни не будут подергиваны, пока не будет уменьшено влияние непосредственно кредиторов, наших отдельных олигархов, закредитованных. Вот когда вот эти источники роста этой травы не будут ликвидированы. Пока что эта борьба с этим внешним влиянием, с этим политическим сегментом, она, кажется, неэффективна. И у меня последний вопрос. Вот как вы думаете, соросизм как явление, оно переживет своего, Конечно.
Потому что Сорос сам сказал, и примерно так и есть, что он 40 лет этим занимается. Где-то так оно примерно и есть. На самом деле это целая эпоха, это 2-3 политических поколения. Это больше, чем существует Украина. Да. Да, современная Украина. Это, безусловно, гениальный человек с огроменным опытом. С удовольствием когда-то почитаю его воспоминания, если он их напишет, конечно, потому что он много чего может рассказать. Я думаю, что, конечно, переживет, смотрите, по Давосам даже. Каждый Давос – это столкновение двух типов элит, очень коротко. Глобальных и национальных элит. Вот, но если раньше зона столкновения на Давосе была вопросы торговли, то есть это протекционизм или мировая торговля, то сегодня это вопрос экологии, вопрос торговли и экологии. То есть чуть-чуть произошло смещение фокуса этого столкновения. Но это столкновение продолжается, и оно вечно. Ну, как минимум последних 100 лет оно имеет, больше даже, оно играет свою роль. И после Сороса это столкновение сохранится между желающими создать всемирный глобальный рынок, с одинаковыми правилами игры, как бы, и между желающими сохранить национальный протекционизм, национальный суверенитет над своими локальными рынками. Ну, и кто победит? Или все на самом деле все-таки зависит от выборов в Соединенных Штатах вот в этом году? Стратегической перспективе, стратегической, очень далекой, глобальные проекты должны побеждать. Но это если не прилетят черные лебеди. Мне кажется, что Джордж Сорос сам по себе такой, ну, лебедь не лебедь, но очень черный. Да, вполне вероятно. Но это наша проблема, что Сорос настолько влиятелен в Украине. Это не достижение Сороса. Это наша проблема наших политических элит или отсутствие этих политических элит. И нашего общества, которое воспринимает этих людей, чудесно понимая, что это просто куклы. Это марионетки иногда. Да, я думаю, даже можно термин «гражданское общество имени Сороса». Во главе с марионетками, да? Во главе с его буратинами. Благодарю вас. Спасибо. Руслан, а мы продолжаем нашу программу.